ним 5 лет. Мы к нам идти, да. Если надо, буду искать в шариках разноцветных. Что ты будешь искать в разноцветных шариках? Буду и куски. К тебе кто-то пришел в гости. Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук. Привет! Привет! Кто это такой? Матильда, кто к тебе в гости пришел? Кто это такой? Лемур. Лемур пришел в гости к Матильде сегодня. Да, ты за ним скучала? Скучала. Лемур пришел не просто, а вот в костюме Дедушки Мороза. Да? Вот такой у него костюм Дедушки Мороза, даже, наверное, Санта-Клауса. У него шапочка такая есть, очень большие глаза. Ну, в общем, он и очень... И хвост длинный. И длинный хвост у него еще есть, да, вот такой длиннющий хвостик. И он пришел, конечно, не с пустыми руками, лемур. Он тебе что-то принес? Вот что Матильде принес лемур. Целый тазик с шариками разноцветными. Ура! Дази. Так, и что же там? Дази. Матильда, там еще есть разные игрушки в них. И есть... Капельки. Капают, да. В шариках еще есть разные игрушки. И в шариках также спрятаны два киндера, Матильда. Ты же любишь киндеры? Угу. Любит. Матильда очень любит киндеры, будет их искать сейчас. Так, ну, достаем. Что там у нас попадется, будем доставать и наблюдать. Что же это такое? Что это Дейзи. Такое? Ой, Дейзи, с Дейзи что-то там капает, да? Водичка. Так, это Дейзи. Да. Так, давай будем ставить сюда наших зверушек. Микки Маус. Так. Микки Маус. Это Матильда нашла Микки Мауса в шариках. Вот такой вот чудесный Микки Маус. Да, дальше. Матильда нашла. Матильда, шарики сыпятся. Ай-яй-яй-яй. Маленький киндер Матильда нашла. Вот такой, который поливает цветочки. Садовник. Что там еще? Что это такое? Браслет. Ух ты, красивый браслет. Здорово как. Что еще? Там есть. Ближе к себе пододвигаем. Куколка моя любимая. Куколка вот такая. Это Дедушка Мороз, Матильда говорит, подарил. Так, дальше. И Николай. Или Николай. Это Николай тоже. Николай подарил, да? Да, под подушечкой. Что еще? Пони. Пони, ух ты, какая лошадка красивая. А там мы успели. Да, мы заплетали тут хвостик ей, да, и гриву заплетали. Вот такая она пушистая, красивая лошадка. За место глаз у нее камешки блестящие. Еще она умеет вот так вот головой делать, кивать, да? Класс. Жирафик. Что же там еще? Жирафик. Жирафик? Только без уха. Ух ты, без ухи жираф. А как он умеет делать? Он умеет танцевать? Тидин, 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 тидин. Я умею танцевать. Тра-та-та-та-та-та-та. Тра-т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 а. Вот такой жираф. Классный. Он умеет танцевать, кивать головой, своей длинной шейкой. И моя работать любимая так. Куколка. Матильда нашла вот такую куколку. Это дочечка Барби, наверное, да? Маленькая. Она еще совсем вот на стульчике для кормления сидит. Кашка, она двигается. Дези. Да, тарелочка двигается. Дези моя любименькая. В общем, маленькая, маленькая Барби. Дези. На стульчике для кормления. Ух ты, какая! Смотрите, что нашла в шариках Матильда. Она нашла Минни-Маус. Ой, шарики падают. Матильда! Катастрофа! Шарики падают. Матильда нашла Мини. Вот такую классную Мини.
И человек. Ой, сейчас, подожди, вот такую классную мини с цветочком. У нее такая шляпка оригинальная в форме цветочка. Юбка. Ну, класс. Мини. Какая-то старенькая такая коллекция, похоже. Это бабушки моей. Так. Там мало бабушки. Вот такого смурфика синего Матильда нашла. Ой, у него такой рот. Наверное, для пальца. Какой-то он кричащий смурфик. Так, смешной кричащий смурфик. Какой-то он в ужасе, наверное. У-у-у, какие глаза. Точно. Так, что здесь еще? Пингвин. Пингвин. Вот такой пингвин. Ой, у него что-то на шапочке. Шапка какая-то зеленая. Тоже старая. Из старой коллекции киндеров. С какой-то вот сосулькой. Ой, у него сосулька в руках. Точно, он лижет сосульку, посмотрите. Он лижет сосульку. Нельзя! Ай-яй-яй. Нельзя, ты думаешь? Да, да, у него горло холодное. Холодное? Горло да. Может заболеть, да? Да. Точно, может заболеть горло, но он не боится, похоже. Вот такой шкодный у нас пингвин. Ла-ла. Что там еще? Тра-т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 а. Ух ты! Это Микки Маус. Да посмотрите, какой, Матильда, шарики. Да. Посмотрите, какой Микки Маус. Он в ластах. Звездочку поймал, наверное, нырял за звездочкой. Он любитель подводного плавания или дайвинга. Вот такой у него сзади воздух, наверное, баллон с воздухом. Так, очки для подводного плавания, костюм, ласты, ну так. Мы едем. Классный, тоже резиновый, кстати. Мы едем. Мы едем. Приехали. И приехали. И вот Матильда мне курочек нашла еще там в шариках. Курочек, которые клюют по зернышку. Так, Микки Маус. Дальше. Курочки. Курочки, просто курочки и маленькие цыплята. Что там еще? Матильда. Ой, мама. Оп. Еще киндл. А ну давай посмотрим, голова что это такое. Голова крутится. Голова крутится у него? Ой. Вон он. А ну давай посмотрим, что там у него крутится, кто это такой вообще. Это какой-то дядя в красном пиджаке, просто веселый дядька. Мама, опять да. Пингвин. Опять пингвина нашла? Ой, ну что эти пингвины? Пингвин. Это пингвин-девочка. Или не девочка, я даже не знаю. Девочка. Какой-то в розовом пиджаке. Такой какой-то очень серьезный пингвин. Так. Дальше. Та-дам! Что это такое? Два киндера ты нашла? А что там, все, что ли? Больше ничего нет? Ты хорошо посмотрела там? Угу. Точно? Ну, давай посмотрим. Точно? Ой, летит, все, летит. Все, летит. Матильда! Ложку нашла. Ну, ладно, ложка, понятно, считается ложка. Хорошо. В общем, все, ничего. Все летит. Все летит, да. В общем, все, ничего нет в шариках. Мы их убираем. Вот такие игрушки были в наших шариках, которые нам принес лемур. И Дейзи, Микки Маус, просто куколка, маленькая лялечка Барби, лошадки. Самый классный Микки Маус. На свете. Аквалангист, да, да, который дайвингом занимается. Любит нырять вот так, плавать. Буль-буль-буль-буль-буль. Он ищет морские звезды. Или ракушки там разные может собирать. Так, ну что там у тебя, Матильда? Там кто-то есть. Матильда уже распаковала два киндера.
И смотрим, что там. Вот манюнька. Какая манюнька? Ух ты, какая-то манюнька, действительно. А что это за манюнька? Лисичка такая. Какая-то, какая-то? Манюнечка. Лисичка, да. Лисичка. Какая-то лисичка. А для нее еще есть что-то такое? Ух ты, какой-то у нас кот и собака. Это не собака, это медведь. Медведь? А! Точно медведь? А ну давай посмотрим. У нас есть какой-то вот такой медведь. Это собака, Матильда. Собака? Я не знаю, похоже на собаку. Ну, может, и медведь. Не знаю. Мама, тут лисичка. В общем, напишите нам в комментариях, как вы думаете, кто это такой. Ну, непонятно кто. Действительно, то ли медведь, то ли такая собака. Для нашей лисички есть вот такое вот платье. Вот, ей можно одеть вот такое платье. Так. Манюньки наши. Манюньки наши, да. Это лисичка, которая, наверное, собирается на маскарад. И одеть ей масочку. Так, а ну давай, Матильда, инструкцию разберемся. С нашей лисичкой. Так, платье понятно. А, это парик. Это не маска, это, видите, это просто парик сверху одевается на ушки. То есть такая кошечка или лисичка с париком и с красивым платьем. Вот эта коллекция красивых котиков. Вот, Матильда сама одела парик для нашей лисички или котенка. Я не знаю, пусть будет это рыжий котенок, да? Да. Вот такое розовое платье красивое одевается. Класс, игрушка классная. Очень красивая. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Матильда. Всем пока. Вот тебе. Нас перебрал с шариками. Опа, опа. Шарики. Ай! Весело! Ой, у нас игра началась! Мы перебрасываемся шариками! Вот так! Всем пока-пока! Всем пока-пока! Пока-пока! Ставьте лайки и подписывайся на канал Матильда! Всем пока! Всем пока-пока! Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы будем делать новые интересные видео. Всем пока! И что? Кто это такой? Деловой. Да, мы покидались, побросались шариками и решили показать, как поет наш Дед Мороз. Вот такой у нас Дедушка Мороз. Привет, Дедушка Мороз. И топает ножкой. Топ-топ. Дедушка Мороз. А у него еще вот такой колокольчик есть. Ты любишь Дедушку Мороза? Да.